Сегодня в Иннополисе, городе-спутнике Казани, состоялся семинар-совещание для руководителей регионов, на котором обсуждались перспективы развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды в субъектах. В нем принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев. Работа проходила в группах. Руководители регионов детально, с учетом особенностей, рассмотрели вопросы комплексного развития строительной отрасли, эффективного использования земель, совершенствования нормативной правовой базы и другие. Обмениваемся лучшими практиками. Это очень интересно, полезно. Во-вторых, тот потенциал, который есть с учетом особенностей каждого региона Российской Федерации, мы хотим максимально использовать, потому что вызовы другие, стоимость квадратного метра увеличивается, мы должны стимулировать спрос на жилье. 12 февраля там же, в Иннополисе, состоится расширенное заседание Президиума Государственного Совета России на эту тему.